как ярким танцем, согласно горским традициям, следует встречать дорогих гостей. Посетить национальное подворье Карачаева-Черкесии на Машук приехали глава республики Рашид Тимрезов, вице-премьер Хизыр Чекуев, министр туризма, курортов и молодежной политики Анзор Аркенов. Наша экспозиция – это настоящая выставка народных промыслов, традиционных костюмов и декоративно-прикладного искусства лучших мастеров из разных районов Карачаева-Черкесии и даже из-за рубежа. Джанбулат Аркенов сейчас живет в Турции. Он шорник, изготавливает седла для лошадей. Занимается этим уже без малого 20 лет. И каждое седло – результат усилий не одного дня. Серебряное украшение – это чисто наше национальное, которое идет от предков. Седло, которое вы сейчас видите, это старое драгунское. Я его затюнинговал, сделал более, довел до кондиции, которая она должна быть, которая устраивает наших сегодняшних конников. И доделал. Вот на сегодняшний день получилось то, что я видите. Вот. Хорошо известный как у нас в республике, так и за ее пределами художник Амин Узденов на Машук приехал впервые. Уже много лет он занимается изделиями из войлока и производством фарфора. Атмосфера на форуме его так вдохновила, что он решил немного симпровизировать. А вот здесь, можно сказать, не спонтанно. Хотел вот Алакиз называется, вот этот ковер. Хотел такой же маленький ковер сделать. А потом думаю, напротив меня надпись красивая «Я люблю Машук». И почему бы нет, думаю, вот это напишу «Машук 2018». Потом, думаю, как-то его украшу, значит, вот чуть-чуть зеленые, коричневые, так, терракотовые цвета. Как флаг нашей республики, да? Ну да. Картины начинающих и известных художников. Часы, искусно вырезанные из цельного куска дерева. Ковка, национальный орнамент, декоративная резьба по дереву, изделия из кожи и войлока. Настоящая презентация художественных промыслов целого региона. У нас тут представлены работы общие, то есть республики, то есть народные художники, заслуженные художники, студенческие работы, все, что связано с народным промыслом, но это только частичка. Такая выставка – это демонстрация не только богатого культурного потенциала народов, населяющих Карачаево-Черкесию, но и символ их братского сосуществования. Только общение, только коммуникации позволят нам быть вместе. Если мы будем замкнуты друг от друга, находиться каждый в своем регионе, мы, естественно, будем иметь ложное представление о наших соседях. А когда мы здесь собираемся, мы видим, что, оказывается, в Чечне такие же платья, как у нас, такие же национальные танцы. У них в Дагестане есть такие же декоративно-прикладные ремесла. В других регионах есть такая же культура общения за столом и в обществе. И мы понимаем, что богатство культуры Северного Кавказа, оно буквально неисчерпаемо. Уже скоро Машук завершит свою работу. И жюри грантового конкурса назовет имена победителей. Но проигравших среди тех, кто был в эти дни на Машуке, нет. Каждый из них вынес с этого форума что-то очень важное. Татек Джилавян, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.